Всем привет, дорогие друзья! Вот сейчас решила своих малявочек покормить. Сейчас попозже вам их покажу. И я жду товар. В общем, на сайте объявлений нашла человека, который продает коряги не по штучно, а по весу. И как мне показалось, что это намного выгоднее. Когда я уже куплю, тогда я вам точно скажу. Пока точно еще не знаю. Мне единственное, что обидно, да, то, что я сейчас в последнее время, за последний месяц запустила 4 аквариума, как вы знаете. И дело в том, что это объявление я видела, но тогда там было написано, да, как бы 23 евро. Я думала, за штуку, за коряга 23 евро. А потом, когда вчера так лежу, смотрю, просматриваю объявление, а там потом так присмотрелась, там за килограмм 23 евро коряги. А я думала, за штуку, думаю, нет, за штуку это дорого, думаю, нет, а это за килограмм. Я по невнимательности своей, да, упустила такой вариант. Это получается дешевле, я так думаю, что получается дешевле, я когда куплю, потому все это взвесим, да, это получается дешевле. Я могла бы так красиво свои набрать всего побольше и очень красиво свои аквариумы оформить. Да, сейчас тоже как бы неплохо их оформила, но могло бы быть еще красивее. И вот я так жалею, что я так была невнимательна. Да, и оказывается, этот человек недалеко от меня живет, да, и у него не только там коряги, там много чего есть. Да, я потом посмотрела в объявлении, что у него есть свой канал. Сейчас вот я сижу, смотрю его канал, и рыба, и все как бы есть. В общем, я куплю, потом все покажу, все расскажу. Ну, мои малявочки уже подрастают. Но кто не знает, это у меня гуппи черный монах. Вот это уже окрашиваются. Там есть такой вообще маленький и черненький, но это, наверное, точно будет самец. Это он там плавает, сейчас не видно. Я в таком возрасте пока не могу определить, самка или самец, но тот, который черный, точно будет самец. Но который посерее, это самочки. Мои улитки, вот эти вот, это оказались здесь самец и самка. Сколько они уже кладок? Я уже выкинула кладки две, да? И посмотрите, они мне 5 кладок отложили, вот здесь 3. И сзади еще, посмотрите, тоже 2. В общем, сложится 5 штук. Ну, у меня есть аквариум, как вы знаете, без крышки. И я думаю, что, скорее всего, эта икра высохнет и ничего там не получится. Но я не убираю, просто экспериментирую. Мне просто интересно, будет что-нибудь или не будет. Подожду какое-то время, потом выкину. Но мне кажется, навряд ли, потому что она должна быть влажной. А она такая, ну, мне кажется... Ну, ладно, посмотрим, в общем. Тут у меня вот 2 ампулярии. Одну ампулярию такого цвета посадила. Она сейчас под водопадом принимает ванную, душ принимает. Растение немножечко посадила. Ну, вроде так, все нормально, все. А, катушек. С растениями занесла катушек. Но я решила, где буду находить катушек, буду вот в аквариум их скидывать. В тех аквариумах я не хочу видеть катушек, а в этом пускай будет. Ну, такие вот малявочки у меня. В общем, все хорошо, все живы, которых я успела выловить. Ну, я скажу, эти черные гуппи, черный монах, они так съедают своего малька, это просто обалдеть. Не успеют родиться, они сразу его лопают. А вот у меня второй кубик, который там другие гуппи, смотрю, мальки плавают, и никто их не лопает. Не такие агрессивные, все-таки черный монах, они такие более агрессивные гуппи, такие более шустрые, более такие... прожорливые, все время голодные какие-то, и от них приходится отсаживать малька. И я на Алиэкспресс заказала отсаднички такие родильные. Если мне надо будет, я буду тогда уже беременных самых отсаживать, пускай они там рожают. В общем, вот такой вот аквариум. Так, девочки, мальчики, приехали в мои коряги с камнями, мне уже позвонили. В общем, собаку под мышку, побежала за ними. Ну все, забрала, сейчас вам покажу. Ребята, посмотрите, какую я купила красоту. И купила, можно сказать, за копейки, если сравнивать с магазинными ценами. Вот в магазине такая коряга примерно будет стоить
ну, где-то 27 евро, наверное, одна коряга, да? Я даже видела и за 35 евро, и за 40 с лишним евро. Я не знаю, может, это зависит от дерева, еще от чего-то. Я не знаю. Меня внешний вид устраивает этой коряги. Цена меня устраивает. Надеюсь, что в аквариуме она тоже будет нормально. Конечно, она в аквариуме уже не будет такого цвета, она потемнеет немножко. Но мне это как-то все равно, понимаете? Тем более, если вдруг я буду обращать, может быть, мох, или там буду растения какие-то туда вставлять, да? Мне это как бы не имеет значения. В общем, мне нравится. Я говорю, цены у нас в магазинах очень дорогие. Ну, такая вот может быть 25 евро. Хотя, может быть, и 27 евро тоже будет стоить. За две эти коряги я отдала 25 евро. Это 15 евро коряга. Ой, вру. Ой, не помню сколько. В общем, за две отдала 25 евро. У меня обошлись две коряги, да? И камни, посмотрите, какие красивые. Эти камни мне все обошлись в 11 евро. Представляете? Если бы я покупала бы это в магазине, через магазин все, я не знаю, сколько я заплатила бы, если вот это вот брать по 25, допустим, это 50, плюс камни там, я не знаю, сколько там за килограмм стоит, мне бы все это обошлось бы, но евро в 70-80, наверное. В общем, это Андрей, молодой человек, у него много чего есть. Кто живет в Риге, я могу вам ссылочку оставить в описании под видео на его канал. У него есть свой канал, и я вам оставлю ссылку, потому что действительно человек не жадный и по адекватным ценам все может вам продать. В общем, спасибо ему огромное, я очень рада. За все это отдать 36 евро, я считаю, ну это вообще копейки я отдала. И мне так обидно, что я поздно о нем узнала, я запустила 4 аквариума, и сколько я переплатила денег. Я могла бы все купить намного дешевле, и намного дешевле меня обошелся бы мой запуск моих аквариумов. Ну вот как-то так вот, смотрите, какая красота. Представляете, вот такие вот большие коряжки, да? У него коряги идут не за штуку, как вот в магазинах, а за килограмм. Если легкая коряжка, так вообще, допустим, две берете, да, если тяжелые, допустим, вот основание бывает такое вот, толстое такое, она будет потяжелее, да, она будет и подороже. Ну вот, в общем, килограмм стоит 23 евро. Вот этот ценник, такие вот ценники вообще просто. Спасибо, Андрей, большое вам. Я очень рада. И взяла, теперь я не знаю, я взяла на всякий случай, может быть, где-то перезапуск сделаю, может быть, что-то новенькое у меня будет, пускай лежит, потому что сегодня, как говорится, у него есть этот товар, завтра может не быть. А если что, всегда можно докупить еще что-то. В общем, я рада, что я нашла его, что я нашла его канал, что он живет со мной недалеко, даже недалеко от меня живет. Вообще просто прекрасно. И рыбу можно у него купить, в общем, супер. Вот у нас есть магазин Депо, там есть зооотдел. Вот там я видела вот такая вот коряжечка, вот, допустим, отрезаем здесь вот кусочек, да, вот такая вот эта вот коряжка. Да, там, наверное, скорее всего, другое дерево. Вот она примерно выглядит как вот это, почему я вам показываю, вот это вот, без веток, без ничего. Ну, может быть, вот какие-то еще пару веточек, если добавить, да, вот такой кусочек, ребята, 13 евро. Да, вот этот кусочек 13 евро. Да, я понимаю, там, наверное, другое дерево. Ну, вот 13 евро вот за этот кусочек. А что с ним в аквариуме делать? Я вот посмотрела, вот просто кусок вот такой вот отпиленный и 13 евро. Я когда посмотрела, я просто офигела, что с этим куском в аквариуме, что вы можете сделать, да? И сколько мне надо таких кусков, чтобы сделать какой-то дизайн в аквариуме. Я говорю, у нас просто какие-то на коряге просто неадекватные цены. Я покупала вот такие вот кусочки, допустим, вот если отрезать вот этот вот кусочек, вот ветвистый, да, я брала такие вот ветвистые кусочки, вот такой вот где-то размер, ну, может быть, чуть-чуть так побольше там веточек, может быть, да, за 3 евро. Мне пришлось взять 5 штук таких вот кусочков, да, чтобы какую-то сделать хотя бы композицию, понимаете, да. Ну, вот, а тут, смотрите, целый коряга просто поставил, и радуйся, как говорится, жизни, ну, вообще просто красота. Красота вообще, мне так нравится, вообще просто супер. Как жалко, что я свои аквариумы уже запустила. Мне так вот прямо... Ну вот, посмотрите, коряга вроде очень большая, да? А весит она 440 граммов. Вот надо брать, где вот такое, где основание, вот, ну, не такое толстое. Если толстое основание, да, тогда они будут, конечно, потяжелее, эти коряги. Есть такое, видите, она такая очень ветвистая. Ну, основание не очень такое большое, не очень толстое. И получается, она как бы
ну, как сказать, не очень тяжелые, да? Хотя мне казалось, она тяжелее, да? И вот давайте сейчас вторую взвесим. Так, и вторая у нас весит 407 граммов. Вот, видите? А сама по себе очень большая. Поэтому на вес, ребята, намного выгоднее покупать, чем поштучно. Поштучно это было бы очень дорогая коряга. Ну, в магазине я имею в виду, конечно. Так что супер просто. Ну, вот сейчас, коллеги, пока поставила вот просто такой вот на аквариум, вы можете посмотреть, да, какие они все-таки большие. В общем, классно. Даже на аквариуме вот просто стоят, и очень красиво смотрятся они, эти коряжечки. Очень красиво. Слушайте, как хорошо, что я его нашла. И рядом, главное, со мной. И ценники адекватные. В общем, вообще просто класс. Ну вот, камни пока поставила сюда. Потом решу, что с ними буду делать. Но смотрите, какие камни красивые. Ну вот просто, ну блин, супер просто вообще. Ой, где же, Андрей, вы были раньше? Вернее, вы были-то где надо, где были, то где я была раньше. Вообще супер просто. Может быть, так креветочник. Ну, хотя креветочник, я не знаю, ставить сюда что-то, не ставить. Может, какой-то камушек небольшой и поставлю. Просто у меня тут уже травки так уже довольно-таки зарастает хорошо. Поэтому пока не знаю, подумаю. Кубики мои. Ну, здесь вообще уже некуда поставить. Ну, здесь, ну, может быть, какой-то... В общем, надо думать. Или еще есть вариант. Раз некуда поставить, надо завести новую баночку. Ну, это малявочник, да, ну, вот тут тоже, ну, вот можно, наверное, какой-то один куда-то поставить. Просто я уже так все оформила, что, как говорится, под такие камни места не оставила я. В общем, надо думать. Ну, вот в этом аквариуме я еще местечко смогу найти, куда поставить камешки. Наверное, смогу. Не уверена, но возможно. Не помню, говорила, по-моему, говорила, да, что у него есть свой канал. Вот его канал, это у него аквариум, по-моему, он сказал на 5 тонн, если не ошибаюсь. Я только начинаю смотреть его канал, раньше я его не видела, этот канал. Представляете, вот обидно, да? Живем недалеко друг от друга, можно сказать, не знаю, сколько, ну, минут 15, может быть, ехать друг до друга, да, вообще недалеко. А я даже про него ничего не знала, представляете? И вот и канал есть, и все есть, и объявление есть, а я так и сейчас вот узнала, да? Это у него один из многих аквариумов. У меня там у него много-много. Так что ссылку на канал я оставлю в описании под видео. Кто захочет, посмотрите, переходите. Особенно, кто живет в Латвии, в Риге особенно. Да, если у вас есть аквариум, и вы хотите что-то купить. Еще раз повторюсь, что, ребята, это не реклама. Это просто, вот я просто ему большое спасибо за то, что все-таки по адекватной цене у него можешь что-то купить, и что-то красивое у себя можно сделать. Большое спасибо вам, Андрей. Он мне также оставил свою визитку, вот его номер телефона, можно позвонить, договориться, особенно кто живет в Риге, он доставляет, не знаю, доставляет ли он куда-то дальше Риги, это вы уже позвоните, спрашивайте у него, я как бы не знаю, да, мы живем недалеко друг от друга, а я только вот сейчас, как говорится, о нем узнала, так что теперь, если что она будет купить, как говорится, я всегда могу к нему позвонить, я всегда вижу, что у него есть, он всегда показывает все в своих видео. Ну что, друзья, вот такое видео сегодня у нас с вами получилось. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я с вами прощаюсь и с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания!